В одном из самых просторных и уютных залов торжеств Хасавюрта в Венеции 20 декабря прошла презентация школьной формы 2015-2016 года. Организаторами показа выступили торговый дом «Имашка», город Хасавюрт и дом моды «Шапет». На показ была выставлена одежда для мальчиков и девочек, более 60 разнообразных моделей, в основном рассчитанных на учащихся первых-шестых классов общеобразовательных школ. Главная цель этого мероприятия – показать, как выбирать форму. Даже не выбрать нас, как бы, да, а как выбирать школьную форму вообще, по каким критериям, да? То есть это первое – качество, потом безопасность, дизайн и еще, ко всему прочему, безопасность сотрудничества. Что нужно сотрудничать не с дистрибуторами, не с торговцами, да, а с производителями. Неважно, мы это, другие производители, да, но нужно искать постоянного, надежного партнера. Демонстрацию одежды с успехом осуществили учащиеся местных школ. Одновременно на большом экране демонстрировалась школьная форма, уже имеющая популярность в других городах России, таких как Саранск, Оренбург, Магнитогорск и других. Также вниманию гостей была представлена школьная форма для праздников и повседневного ношения. Качественные натуральные ткани, стильный силуэт и удобный крой – все это придают деловую классику коллекции, делают одежду максимально подходящей для ежедневной ночи. Носки. Ну, торговый дом «Имашка», он желает своему населению, своему народу жить в лучшем, одеваться в лучшее. И на сегодняшний день это все для народа, все для людей, для того, чтобы мы жили качественно. Мы очень долго к этому готовились, мы надеялись, что все пройдет хорошо, и наши надежды оправдались. Мы здесь видим всех присутствующих, которые очень хотели видеть. Мы надеемся, что все пройдет также отлично, потому что было очень много сил потрачено. Дети, самое главное, дети, мы подарили им радость. Они действительно на подиуме чувствуют себя звездами. Заместитель начальника управления образования города Хасавюрт Мансур Магомедалиев, выражая благодарность дому моды «Шапет» и торговому дому «Имашка», отметил, что школьная форма является обязательной для всех школ Российской Федерации. Однако требования к видам, фасону, цвету и иным характеристикам школьной одежды непосредственно осуществляются самой школой с учетом мнения детей и родителей. Поэтому на выставке одежды присутствуют все директора школ города, родительский актив, а также сами школьники. Ну, сегодня был настоящий бал красоты. Говорят, по одежде встречают, по уму провожают. Но сегодня не хотелось же оставаться. Министр культуры Татьяна Гамали отметила, что Хасавюрт преображается. Очень много красивых парков, улиц. На этой улице должны ходить красивые дети. То, что предлагает фирма «Шапет», действительно очень красиво, удобно, доступно нашим детям. Я думаю, вот такие проекты, вот такие праздники должны пропагандировать правильный образ жизни, образ красивой одежды, формы одежды. Особенно хочется, чтобы наша школа были дети красивой формы, красивой одежды. Колорит презентации придавала большая концертная программа с участием юных дарований города Хасавюрта, школы искусств города Махачкала. Организаторы уверены, что данная выставка одежды принесет пользу хасавюртовцам в выборе единой школьной формы. По завершении мероприятия гости выразили благодарность главе муниципального образования городского округа город Хасавюрт Сагитпаше Умаханову за поддержку, оказанную в проведении данного показа. Сабина Аджиева, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».